101 диплом пераможца. С таким важким выником завершилась Республиканская олимпиада по вышебных предметах для школьников Гомельского региона. Удел у финальном этапе агульнореспубликанского интеллектуального споборництва приняли 210 навученцев школ и лицеев с 13 районов области. Амаль кожный другий удельник стал дипломантом, что дозволило занять первое командное место сярод областей краины. Выник лепший за апошние 5 годов. Абсолютные пераможцы маются по истории, грамадознавстве, биологии, астрономии, китайской мове и працовным навучанне. 39 11-классников региона отримали махшимость без уделу у централизованном тестировании стать студентами самых престижных ВНУ Украины.